Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Эдуард Никонорович, я ваш педагог. Сегодня у вас финальный вступительный экзамен, самый важный, поэтому жду от вас гениальных творений. На все про все у вас 4 часа. Начинаем через 5 минут. Пожалуйста, нет клячки? Сори, у меня только одна малюсенькая. Извини, пожалуйста. У тебя не будет клячки? Извините, пожалуйста. Здрасте, это 42-я аудитория? Вижу, да, я ваш натурщик. Меня отправили просто не в ту аудиторию, я чуть не опоздал, простите. Что вы так расшумелись, молодой человек? Вы собьете нам весь творческий настрой. Так, давайте отдышитесь, раздевайтесь и занимайте свое место. Мы все вас с нетерпением ждем. Спасибо. Эдуард Никонорович, извините, пожалуйста, а у вас не будет клячки запасной? Да уж, голубушка, хорошо же вы подготовились к экзамену. Так, кому там нужна была клячка? Эдуард Никонорович, этот натурщик, он мешает мне работать. Ну, будет вам фантазировать, дорогая моя. Давайте-ка возвращайтесь на свое место. Эдуард
барышни, у вас остался один час. Дорогие абитуриентки, ваше время подошло к концу. Вы развешиваете свои работы. Ну, голубушка, ну, молодец. Какие руки, а спина. Вы посмотрите. Ой, очень хорошо. Очень хорошо. Ах, какой красавец он у вас получился. Шар забыл. Это ж моя клячка нашлась.